увеличить скорость, можно скорость строительства. Значит, немыслимо. Неделя, 40 недель, 50 недель. Можно увеличить скорость строительства, не только прибегая к ускорителям, но еще экипировкой. Вот мы одели девушку так, чтобы она с максимальной эффективностью уничтожала захватчиков. Ну, не с максимальной, здесь еще можно камешки всякие камешки сунуть. Пока мы до максимальной не разовьем, ссовывать не будем. Вот эти ускорения, экипировка героя, экипировка шамана. Только черт ногу сломит, все это применять. Вот еще это ужас какой-то. Это надо вот это все перерабатывать. Нет, чтобы галочку где-нибудь поставить, и все сразу переработается. Нет, не фибусечки. Вот нужно каждую финтифлюшку туда вставлять. И вот так вот комбинировать. Это мы еще не говорим о камешках. Камешки, которые вставляются в вещи. О, камешки. Видите? Камешки тоже нужно как-то. Как-то нужно. В этом здании они перерабатываются, сюда вставляются. О, совмещение какое-то еще. О, чего творится. Так, о, моментально. Видите? Вот такая рутина. Мало творческой работы. Мало. Сплошная рутина. Вот, видите, как издевается. Над нашими, понимаете, игроками. А почему здесь не получается? Странно. Здесь что-то. Запущен другой процесс. Опал. Уверен, что затраченные ресурсы не будут возвращены. Нет, не уверен. Ускорить. Такие вот сложности здесь. Что творится, видите? Ужас. Материалы все. Плитка.
Да. Ну и... И вернемся к нашим баранам. Экипировки. Экипировка. О. Вот. Вещи шамана. И здесь надо найти бубен наступления. Бубен наступления. Скорость добычи, скорость похода. Нам нужна скорость. Скорость не похода, а наоборот. Скорость обучения воинов тоже хорошая вещь. Скорость исцеления пока не надо. Вот. Скорость изучения знаний. И скорость строительства еще нам нужна. Медальон просвещения. Максимум 28%. Но у нас нет материалов необходимых. Вот они материалы здесь. Сапоги путника, сапоги странника, шлем тирана, сапоги всадника. О. А здесь нужен медвежья шуба нужна. Жесткие сапоги. Серебряный шлем. И слава тебе, Господи, меховой капюшон уже есть. Вот это вот я не понял, то что нужно. Ой, 24 миллиона нужно серебра. Обалдеть. А у нас сколько? 64 миллиона. А нужно миллиона. Хорошо, что у нас много серебра, но нужно еще больше. Так, ну, очумной доктор здесь. Клюв Мумина. Мумина. Так, значит, вещи шаманов. Ясно, нужен медальон просвещения. Скорость изучения знаний. 28% максимум. Еще скорость, 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 скорость. Скорость строительства. 28 максимум. Какие-то сапоги у нас уже есть. Сапоги разрушителя. Сейчас посмотрим. Стандартные вещи. Сапоги. Сапоги разрушителя. Это значит вот эти вот, скорее всего. Все нужно по одной штучке сделать. И тогда можно будет... Нет, не все, конечно. Но можно будет тогда создавать вещи шамана. Вот здесь. Из простейших материалов, то есть вещей, делается сложнейшие вещи. А здесь вещи захватчиков для экипировки героя, а не шамана. И здесь мы тоже ищем... Ищем тоже скорость строительства и скорость изучения знаний. Скорость строительства максимум 13,5%. Но зато здесь у нас уже все есть. Все материалы со 100% вероятностью мы скрафтим, то есть произведем. Что мы произведем? Ничего не произведем. 67%. Нам это не подходит. Надо усиленно эту эссенцию собирать. Железную цепь.
родная цепь. Там какая-то была цепь, железная цепь. Медвежий жир. А там сенция какая-то была. В общем, они нам все нужны. Ребята эти, захватчики, надо их усиленно убивать немножко. Капельку убивать, а эти еще руны. Руны добывать нужно у них. Руны опять там совмещать, хорошо, что мы не добываем. И совмещать не надо. А вот, уже что-то добылось. Бум. Все. Нет, не все. Люнбекса вождю. Вот и все. Ну тоже неплохо. Что-то создали. Во. Совместить. Не издевается. И осколков создаем руны, потом руны совмещаем в еще большие руны. И все. 27. Ага. Активен 276 недель. А потом что? Ага, это этот сам, господи. VIP-статус. VIP-статус халявный. Который мы героически заработали на компенсациях за ожидания. Когда идут технические работы, эти святые люди, разработчики израильские, дарят очки VIP-статуса. Дарят игрокам. Такие ребята хорошие. Вот здесь вот. Продлеваем. И еще. Здесь продлеваем. А этот статус. Куда уж продлевать-то? Господи. Есть и 4 недели умножить на 12 месяцев 48. 276 делить на 48 равно 5 лет и 3 четверти. На 5 лет у нас VIP-статус. Если доживем, то придется продлевать. А если не доживем, то не надо будет продлевать. Скорость создания вещей. А скорость этого строительства и изучения знаний. Скорость создания вещей. Нас интересует скорость изучения знаний. Нет здесь такого. По крайней мере, мы не видим. Скорость
третьей скорости. Скорости изучения знаний нет, и скорость строительства нет. Но нужно будет тщательно изучить вот это шаманов вещи, которые скорость строительства нам предоставляет 24 максимум скорость строительства и вещи, которые скорость изучения знаний, в крайнем случае потом скорость обучения воинов еще. Скорость похода, скорость увеличения знаний 24 максимум. Скорость увеличения знаний 24. Это броня. Скорость увеличения знаний 6. Оружие. Как это может быть связано? Оружие и скорость увеличения знаний. Дамоклов меч. Человеком висит, и он быстрее изучает знания. Скорость изучения знаний 24. Сапожки дают. Сапожки не жмут, и лучше изучаешь быстрее, и наоборот. Скорость исцеления воинов. Скорость изучения знаний. Медальон просвещения. Это мы уже находили. Скорость. Скорость строительства. Рок варвара. Можем хоть сейчас сляпать. Уровень 35 набрать. Но это сколько? Скорость строительства 13,5. 13,5. Что-нибудь есть со скоростью строительства еще? Скорость изучения знаний 16,5. Обучение воинов 18. Да, здесь нет больше ни скорости, нет дублирования. Здесь скорость строительства, там скорость изучения знаний. Скорость строительства 12%. Скорость изучения знаний 18. Так, теперь посмотрим стандартные вещи. Скорость строительства 3,3. Скорость изучения знаний 3,3. Да, меньше, значит, так что нужно вещи захватчиков использовать, создавать и одевать. Так, скорость строительства. Скорость строительства 13,5. Еще склад. Сколько здесь вещей можно держать?
дальнейшая мана может понадобиться. Так, сейчас попробуем создать. Увеличение знаний 15%. Шлем Центуриона. Так, сейчас создадим. Будет золотым. И со 100% вероятностью мы создадим шлем Центуриона, и скорость увеличения знаний у нас увеличится на 15%. Пока это с вероятностью 14% произойдет. А так мы создадим вещь на 13,5% увеличивающую скорость. Нет, мы еще поубиваем монстриков. Дождемся, когда все будет красивым, золотым. Камешки, которые вставлять в эти вещи, и руны нужно найти, которые увеличивают скорость строительства и скорость увеличения знаний. Или просто наплевать на все, копить золото, и тогда ежедневный подарочек будет еще почему-то, как мы заметили, чем больше золота, тем больше дарят. Чем больше золота у нас хранится, почему так, непонятно, или просто так совпало. Но несколько раз по 250 тысяч давали. Это издевательство, конечно. Чего это не автоматизировать? Мы знаем способ, как увеличить скорость строительства. Значит, если экипировать героя и шамана,
незнание. Увеличивать скорость. Сейчас глянем, что там у нас с шаманами. Мудрая. Вот так мудрость, наверное. О, скорость изучения знаний. Стоимость изучения знаний. Скорость обучения воинов. Количество воинов в обучении. Ну, какая? Тетенька. Важная. Для развития. Очки навыков. Вот кого надо экипировать. Да. Да. Скорость строительства нам не нужна. И в ее случае. Обучение воинов не так важно. Скорость строительства опять. О, скорость строительства 7,5. И скорость строительства 6. Здесь дублируется. Надо выбирать. Сложности какие. Скорость изучения знаний. 2. Обруч просвещения. Опять скорость строительства. 24. Капюшон Созидателя. Черт ногу сломит. Пока выберешь, чем перепутаешь, и меньше, чем нужно, получишь. Усиление. Ускорение изучения знаний.
от 16,5. Скорость изучения знаний. Больше нет. А тут не всего можно ожидать. Резной шип. Шип у нас есть один, а второй уже с такой вероятностью не получится сделать. 60% вероятности. Так, вот это вот берем. Резной шип. Скорость изучения знаний. 16,5%. Здесь скорость еще. Скорость добычи ресурсов. Скорость строительства, вместимость лазарета. Плюс 33. Круто. Бонусы. Скорость строительства 33. Нам нужна скорость изучения знаний. Мост, потом где-нибудь камешки найдем в других монстриках, тогда вставим. А пока скорость изучения знаний 16,5% можно сделать. Но пока она пусть захватчиков убивает. А потом, когда по максимуму прокачаем все, будем продолжать строительство. Вот здесь нам давали по 250 тысяч. Иногда.
три дня, одна неделя, три часа. О, три часа подходит. Ну, вы поняли, да? Значит, вот это вот бонусы в магазине или мои предметы. Бонусы и чего тут? Ускорение строительства 20% на 1 час. Ускорение строительства 30% на полчаса. Вот это сначала применяете, потом идете вот туда, в крепость свою, и начинаете строить. Включаете строительство, потом ускорение и применяете уже вот эти вот. Вот эти применяете, чтобы общее количество снизить, общее время ускорения строительства. Здесь еще раз сокращаете, увеличиваете скорость. О, три дня. Недели тоже есть. Вот они, недели ускорения. Здесь есть 15 дней. О, 7 дней. Вот. Еще ускорение от экипировки. Камней, которые вставляются в экипировку. Ускорение от экипировки шамана, причем не просто шамана, а конкретного шамана, вот, который за изучение знаний ответственно. Бабах ей туда. Экипировку, а к этой экипировке еще и руны вставлять в экипировку. Вот эти вот руны. Бонусы рун. Скорость обучения воинов, скорость изучения знаний, обучение воинов, а скорость строительства, а вот скорость строительства, количество бонусов. Скорость изучения знаний, скорость строительства. Почему нам нельзя так же сделать?
ты закрыт. Хорошо. Так, она только шлем может экипировать. Аж подкрылись слоты экипировки, нужно ее развивать. А для этого она должна ходить, убивать духов. В общем, жуть. Но здесь нет. Фильтра нет, в котором можно выделить, какие нам улучшения нужны. Нет здесь такого. Нужно искать скорость строительства, скорость лечения знаний. И не продешевить. Скорость лечения знаний. Обруч. Оптимистической ноте. Ну, заканчиваем. Все. Может, еще где-то что-то можно сделать для того, чтобы быстрее изучать знания и строить. Не, ну это немыслимо. 21 неделя там вообще какой-то вообще. Вообще немыслимая, значит, цифра. Число. 50 с чем-то недель. 125 недель. 67 недель. Ну вот что это? 107 недель. Вот круто же. Это же круто. 107 недель. Как у меня яй-яй. Вот. До новых встреч в эфире. Спасибо за подписки, лайки и дизлайки, расшаривания, комментарии и что там еще можно сделать. И за просмотры большие и долгие.